Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Загрузи его в мой компьютер. Прошлое. Длинная цепь. Здесь находится. Власть не погиба. Так, вот здесь вот самое интересное. Взламывать компьютер Абстерго становится все легче, я как будто... Видишь? Ты видишь? Итак, вот еще один знак нашли. Сейчас покажу на карте. Так, тут у нас Тоскана. Правый нижний край. Это у нас монастырь. В целом... С левой стороны. В катакомбах. Вот. Так, здесь вот она. Внизу находится. Внизу собора. Так, это у нас вот между башнями вам придется залезть. Между двумя башнями. Так, вот еще одна. Еще одна метка. Находится здесь у нас в поместье. Так что это, наверное, самая легкая метка. Он хотел выдать. Так, это у нас Флори. Верхний правый угол. Так, вот. Здесь находится башня. Башня. И вот на этой башне вот он, значок.
Так. Вот. Еще один знак. Он здесь вот находится в квадратике. Сейчас я вам покажу, где. Точнее, вот здесь вот на крышу подниматься. Вот вышка тут. Так, вот еще один значок у нас вот здесь вот. Вот он. А находится он. Вот. Часовня и вот с этой стороны. Итак, вот у нас последний знак. Вот на этом здании. Давайте вот сбоку. Так, вот еще. Вот у нас площадь получается. Он на той башне одна. Прям так же. И вот здесь вот еще одна карта. Вот она. Так, эта метка у нас находится. Под мостом. Вот она. Муравьишка. Так, вот еще один знак. Он находится вот деревянный мост, под которым один знак. И вот здесь вот заходите, залазите. И еще один знак, вот он на карте.